Итак, в полулегком весе олимпийским чемпионом стал кубинец Ангел Эррера, серебряная награда у Ришарда Новаковского, а бронзовые медали у польского боксера Лешика Красидовского и мексиканца Хуана Тередеса. А сейчас на ринге легковесы категории до 60 килограммов. Перед вами Говард Дэвис, боксер США, чемпион мира в полулегком весе. Он уступил место в своей любимой весовой категории, товарищу по сборной. И его соперник, двукратный чемпион Европы, румынский боксер Симион Кутов. Говард Дэвис – это тот самый боксер, который в финальном поединке чемпионата мира в Гаване сомнительно выиграл у нашего Бориса Кузнецова. Об этом, кстати, до сих пор помнят и говорят об этом, что это была вопиющая ошибка судей. По всем статьям Дэвис проиграл нашему боксеру. К тому же получил еще два предупреждения. Даже при равном бою, если бы он получил два предупреждения, он уже проиграл. А он практически не ударил Кузнецова. Так судьи отобрали золотую медаль у нашего Бориса. Но вот на этом турнире блестящий бокс демонстрирует Говард Дэвис. Два грозных соперника. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Слева Кусов, рефери на ринге, турецкий арбитр Хомер. Дэвис очень легкий такой боксер. Прекрасно передвигается по рингу. Правда, зрителям иногда не нравится, что вот он очень много маневрирует, сам не наносит удары, но он так экономно расходует силы, но действует буквально наверняка. Кусов прекрасный мастер. Он в Гаване, он в финале проиграл нашему Василию Соловину во втором раунде, ввиду явного преимущества. А здесь в полуфинале убедительно взял реванш. Какой прямой правый наносит Дэвид. Идет на обмен ударами. Вот мне кажется, что Соломин напрасно в полуфинале пошел на обмен ударов. В Гаване он переиграл Кусова и добился заметного преимущества. Ну, а здесь, пойдя на обмен ударами, он проиграл румынскому боксеру. Но вот и Дэвис тоже любит боксировать в такой манере, но у него просто пулеметные очереди в ближнем бою. Ну, смотрите, выжидает. Закрылся. И вдруг резкий взрыв. Сразу же несколько точных ударов. И опять остается с дальней дистанции прямой правой. Первый раунд за Говардом Дэвисом. Симион Кутов, 24-летний динамовец из Бухареста. В Гаване, как я уже говорил, был серебряным призером. В 73-м году в Белградском чемпионате континента завоевал золотую медаль. В прошлом году в Катовице вновь был первый. В финале выиграл у нашего Валерия Львова. И вот тренирует известный в прошлом боксер румынский Думитреску. Он был бронзовым призером Мельбурнской олимпиады.
второй раунд. Дэвис. 125 встречного счету. 119 побед. Открывает ему путь. Смотрите, какие серии у Дэвиса.